Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю слушать 17-й независимый баттл. Значит, раунд 9-й родители такому не научат. И слушать буду без да темпо. Я уже оценила 3 исполнителей. Сейчас послушаю 4-го и расставлю свою точку зрения. Поставлю их так, как мне, ну, в общем-то, по моим ощущениям. А потом проверим, кто же из них победит на самом деле. Катра, брача, пару секунд. Побеждает не тот, от кого ничего не ждут, а тот, у кого спасательный круг. Ну, ты понял. Верю в Посейдона, покуда меня не топят волны, я любого тут переплыву ради чего-то по приколу. Строю миражи, но из-за ковчега или гондола победит и классик дома, похуй, верю в Посейдона. Покуда меня не топят волны с мониторов, акулы пиравы и списались до отбора. Наш полуфинал, 4 выжатых лимона. Разбежимся полюбовно, не, а я веду войну. Во имя Господа Лок-Дога, он ко мне приходит откровениями с ТикТока. О, как надо мной светится нимбоба, глаза карие, ухмылка гробостока. Я наваливаю бас, ну же кто из вас? Тут финальный босс, крик фас, финиширую вот там Феррари молд из пласт. Гора па-па-пау, невменяемость, рэмпейдж, down to the fall, нереальный рост. Эй, 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 сыплю рис, а listen to, набираю высоту и десантируюсь в игру. Эй, 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 ориентируясь на грув. Не буду, но им бой не назову. Дядя твой флоу в прямом эфире гнет ложки, как Ури Геллер, сдуй пыль со старухи Витерли. Дай знать им, какой ты киллер. Фишки, раймы, атмосфера, бьешь картечью дробовик. Но ты из Нарнии бежишь на перебежках нулевых. Верю в Посейдона, покуда эта часть интересна. Тут переплыву ради чего-то по приколу. Скролю миражи, но из-за в ковчег или гондола. Победит ли классик дома, похуй, верю в Посейдона. Покуда меня не топят волны с мониторов, акулы пиравы списались до отбора. Наш полуфинал, 4 выжатых лимона. Прикольно. Любовно. Мне вчера приснился сон, я в нем видел море. Слушал группу NTL, молодой влюбленный. А сегодня я в хрущевке, на полу журналы с топками листовки. Мама с папой стали жертвами вербовки. Или это все гипноз? Почему такие толпы в коридоре? Переводы всех доходов на приходы. Вам пропылесосить мозг? Мою комнату сегодня не ногой. У меня конкурс, скоро я в одной второй. А что мой ник? Мать плохого не желает сына, ну какой ты бес. Мы свидетели, мы вместе, есть Иса и он воскрес. Жесть, во, повезло, дома колхоз, город, село. Что-то не то, жизнь на вкус, как кола зеро. Всюду ересь по талонам, мне несложно утонуть и стать свидетелем Иеговы. Передать свою квартиру только что в этом святого. В моем доме не все дома, в моем доме все ведомы. А я верю в Посейдона, покуда меня не топят волны, я любого. Тут переплыву ради чего-то по приколу. Скролю миражи, но из-за в ковчег или гондола. Победит ли классик дома, похуй, верю в Посейдона. Покуда меня не топят волны с мониторов, акулы пиравы списались до отбора. Наш полуфинал, 4 выжатых лимона. Разбежимся полюбовно, yeah, yeah. Меня называют антихрист посреди санадьяка, Надигу и святого Ивана. Но в моем триптихе, бля, буду лисенту, не было в планах. Злой комментатор, твоя правда, у беса все по лекалу. Ведь на семнашке хорошо смеется тот, кто сольется до батла. Ну, как бы, и мотивчик хороший, и все, но немножко тема не раскрыта. Если раскроют тему, то будет хорошо. Опять дежавю, ухожу, не прощаясь туда, где не ждут, убиваю минуты. Моя жизнь будто квест в сумеречном лесу. Мой дом далеко, в моих окнах давно уже свет не горит, я плен в теле чужом. Ты со мной не знаком, не настроен сегодня ни с кем говорить. Бармен, налей мне еще синдром самозванца, сказал док. Но мне джинсы по капсул не помог. Мне нерешимость аква, бежи капслок. Я так легко прикрываю, я писал в стол онлайн офто. Сломанный пароль, преданная любовь. Проклятый либо судьбой благословлен. С постоянным чувством вины и под гнетом ожиданий машина. Финально жму на делит, ни в чем не ошибаясь. Неисполненных желаний список за спиной. В левой руке родители, в правой все то, что они всегда во мне видели. Лесные эпитеты, сердце победителя. Все то, чему ценой была болезненная мнительность. Кукла на двоих, в коконе любви. Туда не ходи, с теми не дружи. Это не смотри, что тебе купить. Только не реви, бога не гневи. Себя береги, ты у нас один. Вот чем доме всегда зеркала врут. Жизнь страшнее, правда та, что не сказал слух. Неприятие себя не лучше мой X-фактор. Но плохому точно не научат, мама с папой. Да. Пру по прямой, опять я пру по прямой. Пру по прямой, опять. Проваленный краш-тест, не выйдет в поворот. Заброшенный концепт и взломанный пароль. Такой, какой есть, но не буду собой. Измененный контекст, но все это серьезно.
концепт, им сломанный пароль. Такой, какой есть, но не буду собой. С измененным контекстом, группа прямой. Пробелы воспитания, проблемные точки. Себя не принимаю через запятую, копим утопии. Тот мне не ровнее, а тот неудобен. Инкогнито, поиск, не любовь по дефолту. Лето безмещает, лента инстаграма, селфи камеры за брата, вот от век саморекламы. Ослепленные контрастами и яркостью экрана, уже не замечаем, как предвзяты к себе стали. Чужое горе нипочем, а из любых проблемок бытовых своих мы раздуваем драмы. Покупаем граммы, забиваем, распиваем дабы, хоть на миг забыть о своих слабостях и травмах. Если видишь свет в конце тоннеля, ты то это 100% свет от мусорских бегалок. Трусость и отвага, роскошь и голод сегодня рядом. Под аплодисменты пою я, но не за твои баллы. День, не одень, а я хотел выйти за грани и предел. Соль и отец, музыка мой якорь, оказалось, а не крылья. Правда двояка, дружба завистью прогнила. И вот он я такой, полный загонов и сомнений. Мужчина сединой внутри, ребенок, еле-еле волочу крест. Мне бы чудес, не хочу есть, это че, стресс позади. Проваленный краш-тест, не выйду в поворот. Заброшенный концепт, ты взломанный пароль. Такой, какой есть, но не буду собой. Измененный контекст, а все это синдром. По-новому краш-тест, опять поворот. Заброшенный концепт, ты взломанный пароль. Такой, какой есть, но не буду собой. С измененным контекстом, группа прямой. Ну, вот понимаете, мне как бы, ой, мне понравился вот мотив, мне понравился текст, ну, как бы мне все понравилось, но до конца все равно, не, тут там вскользь чуть-чуть была тема раскрыта, поэтому вот за это, то есть вот нервного, допустим, поставлю на первое место из тех, кого я слушала. Вот, а вот Бэс, вот, не знаю, даже вот не знаю, с кем их разделить, с Рамиросом его разделить или нет, или все-таки, наверное, Рамирос побольше. То есть, как бы, мелодичность и интересность была больше в Бэсе. Но у него было, может быть, как бы, ну, из-за вот смысла было немножко потеряно все. Вот, поэтому у Рамироса было больше смысла, поэтому так и быть, Рамиросу даю второе место, хотя они где-то вот прям рядом. Может быть, даже второе место бы они бы вместе разделили. И вот тот Витя, который, я бы его вообще, не знаю, вычеркнул из списка приглашенных. Он как-то вообще... Вот с этими тремя он как-то вообще не смотрится. Вот так вот я жестко. Вот поймал себя на мысли, что, в принципе, вот эти батлы, вот такие батлы, они все-таки дают такое развитие, хорошее соревновательное развитие, которое позволяет даже незнакомым, да, мы же не знаем про этих, про всех, как бы показать себя и стать узнаваемым для многих. Вот, друзья мои, соревнуйтесь, соревнования тоже помогают в вашей жизни. Всем пока!